Здорово! Хотите научиться кататься на скейте? Смотрите, с чего не надо начинать. В таких видео мне больше всего интересно только одно. Что он хотел сделать? Ну вот посмотрите на эту локацию. Единственное, что тут можно сделать, это быстренько свалить в открытую дверь, пока не получил скейтбордом по еблу. Я предупреждал. Скорее всего, он просто хотел эффектно поднять доску с пола. Ну, значит, либо он понторез, либо лентяй. В любом случае, вот это задело. Причем не слабо так задело. Ебло его тупое. Кстати, вы заметили, что среди оставшихся за кадром людей была Ванга? Женский голос начал ржать еще до того, как все случилось. Хотя все же, я думаю, она не Ванга, а Ваенга. Короче, просто она мыслит адекватно и рационально. А любой адекватный человек знает, что бывает, когда кто-то хочет чем-то понтануться на камеру. Людям примерно так же алкоголь в голову бьет, когда с мороза в тепло заходят. Это из наблюдений в новогодние праздники. Заметили, кстати, как удачно там рядышком чехол от чего-то лежит? Прям заворачивай и уноси, как шаурму. Надеюсь, когда-нибудь этот мужик научится катать и покажет нам крутой трюк. Но для начала пусть к ёбычу подорожник приложит. Говорят, что игроки в американский футбол — настоящие мужики. Они ничего не боятся, максимально сдержанные и брутальны. И ебутся в жопу. В общем, давайте смотреть. Стоп! Кажется, я знаю, что с его носом. Ладно, хуйню несу, продолжаем. Is this live? Of course it's live. Keep going though. Что произошло? Почему он так наивно и по-детски обрадовался? Он же ведь до этого весь матч от души рубился с другими такими же мужиками, расхуячил себе и, возможно, кому-то еще нос. А тут увидел веселого викинга и на секунду сошел с ума? Ну, потому что тот его перед матчем волшебными грибами накормил. Ну или он на секунду подумал, что ему 9 лет и пришел Санта-Клаус с подарками. Оу-хоу-хоу! Примерно так же я реагирую, когда вода в душе неожиданно меняется на холодную. Блин, даже придумать ничего не хочется про это видео. Давайте просто еще раз посмотрим. Блин, это так круто и по-настоящему. Я даже не знаю, что меня может так же обрадовать. Хотя не, знаю. Это видео. Блин, этот чувак стопудово первый раз в жизни так обрадовался. Вы выиграли в лотерею 100 миллиардов долларов! Круто. У тебя родился сын! Ура. Но больше этого типа меня радует безумный викинг. И, скорее всего, он даже не в составе команды. Этот чел просто самый охуенный спортивный талисман. Бегает по полю во время перерывов и поднимает игрокам настроение. А потом на поле выбегает молодая училка по химии и тоже поднимает хуй свой, она из Таиланда. Короче, безумный викинг крутой. А в этом видео кое у кого поехала крыша. Вот что должно было происходить в пробуждении силы. Чтобы от каждого джедайского чиха разносило полздания. И да, от фильма всем должно было снести крышу. Кстати, о фильмах. Я сначала так и подумал, что это не просто видеозапись с камеры наблюдения, а трейлер очередного блокбастера. Крыша снос! Этим летом во всех кинотеатрах. Походу, кто-то на Новый год загадал, чтобы ему подарили гараж для тачки. И был настолько хорошим мальчиком весь год, что ему целый гаражный кооператив прилетел. Я, честно говоря, не врубаюсь, как от обычного ветра мог наебнуться целый кусок здания. Наверное, такое случается, когда приклеиваешь крышу на скотч. Боюсь, у меня плохие новости для владельцев припаркованных тачек. Это не страховой случай. Если, конечно, у них в страховке не написано, что им выплатят деньги в случае падения целой сраной крыши. Слушайте, если это снято на камеру наблюдения, значит, за этим кто-то наблюдал? Блять, да это ж пиздец! Пиздец. А вообще, я без понятия, кого винить в произошедшем. Как вариант, это могли сделать профессиональные хулиганы, которые тратят миллионы на подготовку своих пакостей. Почему? Да потому что они могут. Ну, у них еще батя в администрации города работает. Обычные хулиганы сбрасывают с крыш презики с водой, а эти сбрасывают с крыш крыши. Ну или работники этого предприятия захотели себе столовую, как в Гарри Поттере. Но все же одно я знаю точно. Крокодилы кусаются. Обожаю черлидер. В большинстве своем они дико сексуальные и сейчас увидите.
all of it wrong, Gracie. Try to get in. Когда тебе очень интересно, что там у соседей происходит. Либо они шуметь достали, а швабры нет. Нормальный, кстати, способ прибить комара на потолке. Девчонки, вы очень талантливые, не расстраивайтесь. Просто у каждого есть свой потолок. Блин, то, что она ёбнется головой, было настолько очевидно, что можно подумать, будто они так и хотели. На самом деле, девчонки только переехали с хаты, где не было потолков. Такое типа квартиры кабриолета. Кстати, звук удара очень похож на глушитель в контре. Студентки привыкли, что в шараге все потолки из картонных плит, которые выбивают постоянно. И самое странное в этом видео, что они даже не бухие, нет им оправдания. Эта стойка, кстати, называется «В комнату забежал таракан, и две подруги героически спасают третью». А вообще это прекрасно, что люди все еще не потеряли надежду и по-прежнему стремятся летать. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новое видео, а не то я вас пристегну нахуй, сука, блять. Это был Плюс 100-500, меня зовут Максим, пока!